привет! Сегодня такой необычно удивительный, теплый солнечный день. Прям даже очень неожиданно. Меня предупреждали, что здесь будет всегда холодно, но прям очень жарко эти несколько дней. Прям настоящее лето началось. А у нас Лиза сегодня... Лиза, привет! Привет! У нас сегодня с Лизой запланировано... Куда? Филармония. Да. Там экскурсия будет. Мы едем Эльбскую филармонию. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Вот и сама красавица филармония. Вид снизу. Вот эскалатор, который внутри туннель, он поднимает полностью на всю вот эту вот высоту. Вот так вот. Конечно, на видео это выглядит пальцами захватило, но по факту это очень-очень-очень высоко. Вот это вот здание, это здание старой филармонии. Вот, и для того, чтобы сэкономить, не разрушать старое, на старом здании построили новое. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
девочки рядом с камерой беленькая крутится, которая отпугивает птиц. Да, Лизка? Да. Лизка послушала и запомнила, что это потому что создание стеклянное, для того, чтобы не было, скажем так, эксцессов с птичками, для того, чтобы их обезопасить, сделана вот такая вот система. Вообще, меня очень умиляют двери. Они, во-первых, очень безумно тяжелые, но при этом при всем вот такие вот механизмы разворотов. Так, значит, мы вот сели в кофейне, которая находится прямо напротив филармонии. Вот здесь порт. Какие плюсы? Значит, кофе стоит, в принципе, как и везде, 4 с чем-то евро. Маффин, в принципе, тоже стоит, как и везде, никаких-то астрономических денег. Поэтому вот спекуляция как бы отсутствует напрочь. И это очень даже приятненько. Ну все, вот экскурсия подошла к концу. Что я могу рассказать? Значит, за 10 евро вы покупаете билет на экскурсию для того, чтобы, наверное, что-то увидеть. Не только услышать то, что вы можете прочитать в интернете. Вот. Но в итоге, по факту, будет то, что вы можете прочитать в интернете в свободном доступе. То, что, собственно, я читала о том, как была построена филармония, в каком году, сколько лет, как предусмотрена правильно акустическая стройка, какие знаменитости посещают, насколько доступны билеты по возрасту, вот, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, экскурсия длилась порядка 40 минут, из которых я узнала ровным счетом ничего, кроме того, что я прошлась внутри. Внутри можно побывать, отстояв просто очередь на улице. Сейчас. Красивая и дорогая машина проезжает. Значит, просто отстояв очередь на улице, вы можете, в принципе, точно так же купить билет, а не за месяц, как его купила я, и отлично погулять здесь, провести время, вот, и насладиться шикарными видами. Виды действительно потрясающие. На порт, на реку, на суда, которые сейчас проходят, на город. Великолепный вид на город, оно того стоит. Есть, значит, кофейня. Несколько кофеен, кафе внутри, есть магазинчик с сувенирами, можете приобрести. В общем, как бы насладиться есть чем. Что касательно экскурсии. Экскурсия мне изначально не понравилась, объясню почему, и мнение непредвзятое в сложившихся условиях жизни. Значит, когда я зашла, стояла группа. Все, кто как бы пришли на экскурсию, несколько человек не пришли, клеятся такие бейджики. Ну, вот, значит, меня подвели к экскурсоводу. Дама, я и специально экскурсию выбирала на английском. Дама изначально мне сразу подошла наклеить, значит, наклеечку. Вот, и я спрашиваю, экскурсия будет проводиться на английском языке? Ибо мой английский позволяет понять, а вот немецкий нет. Ну, я решила уточнить. Она говорит, да, на английском. А вы откуда? Я говорю, из Украины. Она говорит, ну, как бы не то, что она говорит, у нее тут же как-то поменялась слишком мимика лица, и как-то вот сразу стало заметно, что она недовольна, скажем так. Хотя я не пришла по паспорту, бесплатный билет не получила, ничего. Вот, значит, и она очень так резко как-то ответила, что... Я разговариваю только на английском и на каких других языках. Значит, как бы парировать можно, много чего сказать можно, но я считаю, что в этом нет такой необходимости, потому что есть люди, которым хочется что-то сказать, и есть люди, которым не хочется сказать. Так вот, ей ничего не хочется сказать, ибо... Но есть понятие непредвзятости в условиях работы. И как бы у нее такие условия работы, в которых она не должна быть предвзятой, ей должно быть в принципе фиолетово, она должна только на английском языке излагать информацию, за которую, собственно, мы заплатили. Ну и как бы все. Вот, поэтому впечатления остались не самые приятные. Начиная с того, я же говорю, что то, что я прочитала в интернете, по сути, в Википедии,
то же самое вам расскажут здесь. Ничего нового, только вы зайдете, это все, в принципе, увидите. Ни в большой, ни в малый зал нас не заводили. Премиальной какой-то экскурсии я не видела, что можно было выбрать, что вот, если вы доплатите, вас заведут в зал. Нет, ничего подобного не было. Вот, поэтому вот как-то так вот. Ходить или не ходить, это, конечно, выбор каждого. Вот. Но в дальнейшем, если мне захочется сюда прийти, что-то увидеть, я это сделаю сама, без каких-либо экскурсоводов. Кстати, проходили мимо другой экскурсии, видела, что экскурсовод на немецком проводил экскурсию, и у него, значит, в руках огромная такая книга была, где он перелистывал страницы и подробно, наглядно рассказывал и показывал то, о чем он рассказывает. То есть это как бы тоже говорит само за себя. В общем, экскурсии я осталась недовольна, филармонии очень довольна, ценами в кафешке тоже очень довольна, никакой спекуляции на местоположении. Вот, и в целом, конечно, погода чудесная, люди отдыхают. Сейчас суббота, сегодня суббота, 2 часа дня, час пик, поэтому если вы, конечно, хотите приехать и насладиться всеми видами без какой-либо там толкучки, то это, конечно же, лучше делать, наверное, с самого утра. Я заканчиваю, потому что здесь ребята-байкеры начинают движение.